Ну что, друзья, давайте еще разок. Попробуем. 130 сейчас, 138 FPS. Но что, если мы сейчас зайдем в игру? Падает до 87, тогда как, друзья, на такой же системе, на максимальных настройках, друзья, 125 регулярно, вот здесь вот видите, АВГ даже 125, максимум 340, минимум вообще 8 FPS и стабильно 125 FPS. Вот, просто стабильно, стабильно. Так что, что происходит с моей системой, падает до 80 FPS, это просто, это фиаско. Братан, блин. Это просто печально, просто тоскливо. Вот так вот, вот такие разборки тут. И, конечно же, падение до 80 FPS просто это, я не знаю, очень плохо. Поехали в танки. Где в танки, ребят? Это было весело, блин. Но падение до 80 FPS 84 это просто печально, очень печально.